все делали сани, она лучше вставали на сани. На Гагарина нам утвердили Евгения Дятлова. Такой вот Гагарин. Филофея Евгений Мундум. Такой вот очень яркий актер. Ну, Петра Первого Передюжева вы видели. Менщиков будет Павел Майков играть, тоже очень хорошие пробы. Первому каналу понравилось. Раков, который у нас напробовал вот это вот народ Гагарина, но он будет играть полковника Бугольца. Вот. Семен Ремезов, Иван Колесников, Сергей Степанченко, Чередов, это воевода, Йохан Ренат, это Андрей Бурковский, вот. Бригитта Агния Дицкая-Скита, Цой, никуда. Это вот Петька Ремезов, Паша Табаков будет молодой, думаю, что девочки будут все плакать. Это Айканиха Мани у нас, китайская актриса Янгэ, английскую не нашли, попробовали весь театр, но не смогли. Нет, ну там берем ее уже, но на второй план. А вот так сыграть, как это, не получилось. Новицкая, здесь хотели Гошу Куценко, первый канал он не утвердил, утвердил Запорожского. Вот, новая, тоже думаю, надеемся, что Ксения Орлова откроется и будет уже новая звезда. Это немцы, два немецких актера. Вот такой вот Цимс у нас играет шведа. Это тоже новый актер. Хаджа Касым у нас Камиль Ларин. Из квартета И. Ну вот тоже хорошая проба. Долго сомневались. Это вот фискал Нестеров и Никита Тарасов. Так что вот так вот будет.